Всем привет, друзья! Я вам буду показывать свою фотографию, пока мы ждем людей. Потому что я буду показывать свой кабинет, буду показывать свою почту, зайдем мы в мой единый кошелек. Привет, привет, Борис. Привет, Наталья. Вот очень многие наблюдают за мной, а наблюдают уже годами. Даже вот сейчас я вам покажу свою страницу в Одноклассниках. Люди наблюдают за мной годами. А еще бывает так, что регистрируются. Я в проекте «Всем миром» уже 4 года. Вот моя страница в Одноклассниках. Люди зарегистрируются. И потом ждут, то есть превращаются в таких ждунов. А ждут непонятно чего. Знаете, что они ждут? Они ждут, когда проект Whole World закроется, соскамится, а он нифига не закрывается. Он продолжает работать и работать, и 6 лет нам будет 11 ноября, как мы стартовали, и продолжает работать. А мы продолжаем, в свою очередь, получать свои переводы. Вот смотрите, Аркадий за мной наблюдал. Смотрим. Он зарегистрировался 20 января 2016 года. Я еще жила в двухкомнатной квартире. Сейчас я живу в трехкомнатной квартире. Я успела купить квартиру, а он до сих пор за мной наблюдал. И тут он проснулся. Сегодня мне пишет. Добрый день, я наблюдаю за вашим проектом в течение года. Думаю, надо начинать уже. Можно где-нибудь прочитать информацию? Вообще, с чего стоит начать? Кстати, да, с чего стоит начать? А стоит начать с просмотра моей презентации на стене. Как это работает, если до сих пор еще кто-то не знает. Заработала я за 6 лет, Максим, 3 квартиры. И для тех, кто не верит, а я знала, что неверующих будет очень много, я снимала видео о том, как я жила в общежитии, о том, как я купила двухкомнатную квартиру, и через год я купила трехкомнатную квартиру. Все это я выставляла на своем канале YouTube. Вот лендинг. Кто зайдет на этот лендинг, тот все узнает. Кому мы помогаем, почитает отзывы участников. Вот здесь, если нажимать на стрелочку, можно прочитать все отзывы участников. Если вдруг кто-то пишет плохо, как мне говорят, вы знаете, прочитала я отзывы в интернете, все отзывы у вас купленные, а плохие отзывы, люди денег не заработали. Вот интересно, почему я заработала, а люди не заработали? Да, я до сих пор в этом проекте уже 5-й год, а мой муж уже 6-й год в проекте. И как вы думаете, 4 года я возвращаю свои вложенные $105 или я получаю неограниченный доход? Попозже покажу свои доходы. Что это за программа? Здесь можно почитать, сколько можно заработать и что нужно делать. Размер вашего дохода вообще не ограничен. Вы определяете сами, сколько времени уделять проекту и сколько готовы зарабатывать. Здесь вы можете посмотреть видео. На примере показывается, как 3 человека пригласить можно, либо 5 человек. Вот когда я увидела вот эту вот презентацию, я просто не спала всю ночь. А когда получила свои первые $10, думаю, боже мой, это все работает. Виктория, расскажите нам, почему пирамида тупая и кто кого обманывает. Вот мне не нужны просто пустые слова, мне нужны доказательства. В тупой пирамиде, которые в России запрещены законом с 2016 года, деньги хранятся в проекте, а потом идут выплаты, ведь так? Нет, это не пирамида, это партнерский фандрайзинг. Мы помогаем больным детям и за это получаем денежные вознаграждения. Кто не знает, что такое партнерский фандрайзинг, можете почитать «Окей, Google», и вам расскажут, что такое партнерский фандрайзинг. Смотрите, какие мне приходят переводы. Сегодня это мой единый кошелек. У кого есть единый кошелек, он выглядит именно так.
Смотрим мои переводы. Переводы мне приходят каждый день. Структура у меня около 5000 человек. Сегодня мне пришло $5. 5. Переводы получают 5, 10 и $15. Внутри кошелька можно делать обмен и выводить на любую карту мира. Вот 7 августа, вот вчера, вот 7 августа, вот 7 августа, вот 6 августа, вот 6, опять 6 и 10 и 15. А $1 приходит, когда человек активирует свой кабинет и идет бонус. Помимо переводов еще идут бонусы. И так далее. Каждый день. 5 августа, 4 августа, 4, 3. И так далее. Макс пришел потроллить. Майнингом мы тоже занимаемся. Только вот не надо ничего писать в моих комментариях, абы привлечь внимание к своей странице. Я и мой муж занимаемся тоже облачным майнингом, но это уже отдельная тема. Смотрим входящие. Сегодня у меня зарегистрировалась эта почта Яндекс. Вот смотрите. Это сегодняшний день, это все сегодняшний день. Вот 19 часов, 18 часов. Народ просто валит сюда. Потому что набегались по лохотронам, набегались по хайпам, потеряли свое время. И в итоге все равно приходят к нам. Это все сегодняшние регистрации. Восемнадцать регистраций у меня, по-моему, сегодня было. Вот финансовая помощь. Приходит оповещение на почту, приходит оповещение на единый кошелек, и приходит оповещение еще смс-кой. Вот сегодня. $5, $10, 5, 10, 15, 10, 5, 5, 10 и так далее. Вот тоже каждый день вы видите. 8 вчера, 7, 6, 5, 4 и так далее. Макс, не надо нас учить, где нам торговать, мы и так миллионеры уже. Если вы пришли сюда потроллить, вам не сюда. Мой личный доход за 4 года на сегодняшний день составил $201,000. А на благотворительность ушло $455,000. Вот это мой личный доход. 201 тысячу умножьте, пожалуйста, на 61 рубль на сегодняшний день. Сколько я заработала за 6 лет? Можете сами посчитать. Смотрим статистику. Вот личная статистика. Миллионер, молодец, веди свои стримы. Приглашай людей. Покажи свои кабинеты, мы посмотрим. Веди стрим, я приду, посмотрю. Потроллю. Так, грузись, страничка. Сегодня вот 9 августа у нас. Так, не загрузилась еще страница. Вот, 1975 человек посмотрели мою ссылочку. Зарегистрировалось сегодня у нас 18 человек. По структуре я получила сегодня где-то $180. Смотрим топ-10. Топ-10 выходят лидеры, которые из 976 тысяч человек занимают лучшие места. Самые эффективные фандрайзеры. Сейчас я нахожусь на 4 месте. На 4 месте я пригласила за 9 дней 4 человека. Юлия Бирюкова. Люди глухонемые, они тоже миллионеры в моей команде. С моей помощью они стали миллионерами. 8 человек в моей команде уже стали миллионерами. Построили себе дома. Сабату итальянец тоже в нашей команде. Работает он сам, он из Италии. Уже половина Италии с нами. Он пригласил 5 человек за 9 дней. А в презентации сказано, всего пригласите 5 человек и посмотрите, что из этого выйдет. Но ведь вы можете пригласить больше. Хотите зарабатывать еще больше? Давайте посчитаем, сколько вы можете заработать. Сколько вы можете передать благотворительную эстафету за один год? Напишите цифрками.
Вот на $100 людей за год сколько можно пригласить? Вот я за 9 дней пригласила 4 человека. Это за 9 дней. А за год я приглашаю, посчитайте сами. Напишите, может одного, а может два. Напишите в комментариях. Может быть 10 человек, а может 8 человек. Давайте рассчитаем. Например, вы пригласили 5 человек. И может пригласить за один год каждый из ваших партнеров по команде? Допустим, каждый из партнеров пригласил за год по 5 человек. За год 5 человек это вообще если я за 9 дней пригласила четверых, за год 5 человек пригласить вообще реально. Ваш личный доход 1269 долларов. Но работают не все. У меня из 5000 работают человек 400. Остальные бегают по лохотронам. Но ежегодное условие для каждого участника, то, что они ежегодно еще оказывают финансовую помощь. Зарегистрироваться в программе можно по пригласительной ссылке одного из участников. Если вы хотите с нами богатеть, кстати, вот мой канал на YouTube, можете перейти и посмотреть мои старые видео, как я жила в общежитии, как я потом переезжала с квартиры на квартиру и как я делала ремонт. Вот здесь, как это работает. Здесь моя ссылочка пригласительная. Есть у меня пин-код. Оплата в два этапа. Сначала вы оплачиваете $5 за активацию кабинета, потом оказываете финансовую помощь $100. Так вот, на $5 у меня есть один единственный пин-код. Продаю я его за 200 рублей. Если в течение 3 дней мне кто-нибудь первый напишет и его купит, тому я его продам за 200 рублей. Через 3 дня этот пин-код сгорит. Сегодня было продано у меня 5 пинов. Поэтому, кто первый его купит, тот получит его за 200 рублей. Остальные будут активироваться за $5 25 центов, потому что с учетом комиссии вы будете платить больше за активацию. Делаю я еще обмен. Очень многие меняли у меня деньги. Мне переводят с карты на карту или с киви кошелька на киви кошелек, а я перевожу уже с единого кошелька на единый кошелек. Так получается рублей на 700 дешевле. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока. До новых встреч.